Привет всем! Меня зовут Михаил Гребенщиков. Сегодня я в семье Шмелевых. Андрей и Светлана хотят сменить свою квартиру на более новую, на более прогрессивную. Но, может быть, не в этом смысл моей беседы. Может, всего лишь навсего настало время сделать хороший ремонт. Как вы думаете? Пора. Мы живем в этом ремонте уже... От отцов нам досталась квартира. Уже 40 лет не делался ремонт. И вот руки собрались, а зарплаты не хватает. Кризис в стране, кризис. А так хочется ремонта. Вы тоже думаете, что надо переделать квартиру? Да, кое-что поделать надо, конечно. Вот обойки. Хотелось бы что-то порадужнее. А то вот там у нас, видите, даже такие пятна от воды получаются. Мусорное ведро здесь надо обязательно переделать. Да, и раковина у нас уже давно не работает. И вообще плиту бы нам вот заменить. Вот посмотрите, какая у нас плита. Да, а вот представляем, будет у нас... Вот вы такая молодая, нормальная семья, смотрю. А вот какая зарплата у вас? Ну, я бюджетник, я в школе работаю. У меня зарплата в хорошие времена это 14 500 рублей. И еще конфеты дети иногда приносят, и цветы. Так, ну... Будем делать, значит, ремонт? Да, будем, обязательно. Будем. А в каком стиле? Есть какие-нибудь пожелания? Ой, что-нибудь красивое и современное. В стиле хай-тек. В стиле хай-тек? Да, хай-тек. Угу. А мне, чтобы много цветов было на кухне. Договорились. Ну что ж, давайте на время оставим квартиру. И в тот момент, когда вы уйдете и проведете где-то какое-то время, мы здесь сотворим чудо и сделаем вашу квартиру гораздо привлекательнее. Договорились? Договорились. Ну все, давайте, пойдемте, я вас провожу. Вы, короче, приходите тогда где-нибудь через недельку. Вот, цветочков возьмите с собой.